Всем привет! Зачастую люди, покупая собаку, не задумываются о том, как за ней ухаживать, как гулять с ней, чем кормить и так далее. Но потом, когда узнают условия содержания, выкидывают собаку на улицу. Добро пожаловать на канал «Друзья Человека». И сегодня я расскажу вам, что нужно для того, чтобы пес чувствовал себя комфортно. Для начала определитесь, где он будет жить: в доме, на коврике или на цепи в конуре. Помните, что будка должна быть крепкой, а цепь прочной и длинной. Второй нюанс. У пса должен быть поводок. Ошейник, если кусается, то намордник. Третье. Гуляйте с псом 3 раза в день. Четвертое. У собаки должна быть вода и еда. И не кормите собаку, чем попало. Давайте ей кашу, суп, кости или, вот как показано, корма. Собака тоже живое существо и нуждается в лечении ветврача. Не скупитесь на прием ветклиники. За здоровье вашего, так сказать, питомца можно один раз в жизни деньги и отдать. Шестое. Можете искупать свою собаку, куда же без купания. Ребятки балдеют собаки от того, что их чешут. Еще раз говорю, почешите свою собаку щеткой, плохо не будет. Восьмое. Можете обработать собаку от блох и клещей в холку, вот такими вот некоторыми спреями, как, кстати, показано на видео, то есть в холку. Почему в холку? Чтобы собака не могла слезать, не могла отравиться, не потеряла запах, потому что эту отрава, запомните такое правило. Ну а девятое, ребятки, это просто любите собаку и гладьте ее, тогда она будет вам доверять, и вы ее будете любить. А десятое правило простое. Нужно только на кнопку подписаться и на лайк. Я трудился для вас. Всем пока!